Всем привет, дорогие друзья, с вами Стивен, и сегодня мы начинаем играть в World of Tanks на Xbox 360. И вы, наверное, меня спросите, почему же я так долго не выпускал видосы, не выкладывал. Ну, потому что, наверное, многие знают, что у меня Xbox'а не было, вот я его недавно приобрел, и как бы сидел, играл, и никак не мог записать там, я не знаю, хотел Танки онлайн записать, но, блин, компаш что-то начинает лагать, как я начинаю записывать. Да не только когда начинаю записывать, короче, начинает лагать. Я постараюсь это исправить. Надеюсь, я когда-нибудь это исправлю. Вот. Ну что ж, а сегодня я играю в World of Tanks на Xbox 360. Зато без лагов. Да, только одна. Такой у нас один минус. Играю я как бы, снимаю я с камер со своей, так что не факт, что будет хорошо видно. Я, конечно, извиняюсь, у меня просто иногда как бы четкость такой пропадает. Любит она мне это делать. Но что поделать, что есть, что есть. Постараюсь как-нибудь я ее тоже настроить, просто сейчас первый раз. Ну что ж, а всех с наступившим 2015 годом. Вот. Ну что ж, давайте поиграем мы сегодня в World of Tanks. У меня 311 тысяч серебра. И как вы видите, у меня... Так, куда это я? Ну-ка. У меня есть Т-57 арта второго уровня, американская. Потом английский медиум 1. Ну, это первый уровень, конечно же, он у меня будет. Дальше ПЗ-3А третьего уровня, немецкий. Потом Хензер четвертого уровня, немецкий. И я хотел купить после... Так, куда это залез? Да ё-моё. Так, извиняюсь, просто уже несколько дней не играл, но все равно я как бы ничего не зову. О, а вот сейчас лаги пошли. Странно. Ну ладно. Такое бывает, как бы, ангар, пакеты. И я коплю сейчас 422 тысячи на стак, а так я, по-моему, выхожу на Е100. Так, ну ладно. Потом у меня есть FT ATS, французский вроде танк, это второй ПТСАУ, потом у нас МС-1, ну это, как обычно, все знают его, первый уровень же. Потом Т-45, или, ой, Т-46, что ли. А, Т-46, да, третьего уровня. Ну и, конечно же, Т-28, я, по-моему, выхожу на ИСА, да, по-моему, выхожу я на ИСА, ну и все. Так, ну давайте первым делом мы с вами поедем на ПЗ-3А третьего уровня. Тут тоже надо, по-моему, мне денег накопить или что-то у меня. Опыта, по-моему, надо накопить. Я надеюсь, меня хорошо слышно. И запись вроде... Да, запись идет уже 3 минуты. Надеюсь, нормально все. Понятно, что будет лучше снимать там какая-то штука есть, чтобы подключать, короче, к Xbox, и он записывал, да, экран. Но, как бы, денег у меня сейчас нету, все потратил, можно сказать, на Xbox. Жалко, у меня GTA 5 нету, я бы GTA 5 записал. Любители GTA 5, да... Возьму, может быть, у друга GTA 5 в скором времени и запишу ее, конечно же. Так, я опять забыл взять фугасы. Просто играю я фугасами. Так, вроде четкость нормальная и все хорошо видно. Да, все отлично. Вот, так что будут у меня вот такие вот видосы по Xbox выходить. Так, сразу говорю, я не такой уж и крутой игрок в World of Tanks. Я половины карт не знаю, куда ехать. Но тактика у меня есть. Я еду с краю, как бы, да, там, свечу, все дела. Он у меня быстрый, 50 уже едем мы, прокачал, потому что... Так, ну и многие, конечно же, тоже едут сюда. Вы не представляете, как долго я качался на Хензере, опыт зарабатывал. Просто меня сразу на нем выносят, ну это капец медленный танк, если он не прокачанный. Вот так вот, дорогие друзья, просто вот жесть. Ну что ж, а у меня тем временем пока что все хорошо, никого не засветил. А, по-моему, я знаю эту карту. Так, останавливаемся и целимся. Ну, он сейчас должен выйти, да? Да. Блин, промахнулся. Так, 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 так. Ай, промахнулся. Надеюсь, звуки не такие громкие, хотя они, по-моему, вообще их не слышно. Блин, 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 повыше, повыше. Ох, убили. Вот еще один. И вот так стоим, можно сказать, и камперим. Так, так, так. Его, по-моему, тут не видно. Нет. Если народ стреляет, значит, видно. Так, а вон у нас и Мардер второй, да? Это у нас Мардер вроде было написано, нет? Это какой-то пятого уровня.
Так, вот он. Чё, слили? Да вы что? Долго я выцеливался. Надо было сначала размяться мне, а потом уже начать запись, как я играю. Ну, наверное, не только буду записывать World of Tanks. У меня есть еще много игр. Это Crysis 2, Call of Duty, Black Ops, FIFA Street, что там еще. Ну, и с Kinect'ами там. Вот он. Опа. Да ты что? Нормально. Так, нам вот сюда надо лучше стрелять. Ну это пятый уровень, что вы хотите? Я, по-моему, третий. Да, я третий уровень. Я, скорее всего, тут ББшками никого не пробью. А тем временем засветился еще один чувачок. Четвертого уровня. Я его также не пробиваю. Да, что-то меня сегодня закинуло. Ну, пока что мы тащим, хоть я опыта срублю с деньгами, нормально, у меня как бы премиум, я надеюсь, он мне еще не истек. Я не знаю, где его посмотреть, когда он заканчивается, просто я как бы... Я покупал этот Xbox Truck у моего крестного, и у него был скачан World of Tanks, играю я со своего профиля, так что я начал все заново. Так, ну давайте мы, наверное, поедем на захват, хотя нет, еще... Рано. Так, ну и 1 января все петарды кидают и так далее. Так, а вот этого можно, по-моему, спокойно слить, если мы его, конечно же, пробьем. А я надеюсь, мы его пробьем. Да, мы его пробили, но его уже слили. Я вижу там еще одного. Также остановлюсь и буду выцеливать его. Вот он. Так, я не попал вроде. Ну да, его сейчас убьют, короче. Ну, хотя я мог, наверное, успеть его убить. Но мы с вами тем временем поедем уже на захват. Я хочу уже медальку получить захватчика. По-моему. Ну, хотя нет, по-моему, уже не получу, если уже кто-то захватывает. Я не помню, как ее как бы получать. Только знаю, что ее надо захватить базу. Я уже сколько раз пытался, и никак я не мог. Так, ну ладно. Так. Ну да, в принципе, мы все затащили, нас... О, да-да-да, счет тут 11-3. Спокойно, причем мы затащим. Ну, хоть я базу захвачу, и то хорошо. Я надеюсь, никто у нас сейчас с базы не съедет, потому что любит. Вот, один съехал. Ну ладно, ничего страшного. Мы вдвоем сейчас с этим чувачком и захватим эту базу. Ну, блин, ну можно, когда я не записываю, стрелять? Так, хотя они меня все равно не слышат. Ну, мы, по-моему, не успеем захватить базу, так как... Сейчас они всех убьют, да? Ну хотя, если 10 секунд, и они того еще не убьют. Давай. Нет, убили. 7 секунд. 5, 6, 5, 2, 1. 1 секунда. Дорогие друзья, не хватило 1 секунды, я бы захватил базу. Ну блин, вот сколько раз-то? Вот сколько так можно? Никогда не могу захватить. Ну ладно, хоть затащили бой, то хорошо. Да, по-моему, у меня еще премиум. Вроде это же... Если написано с премиумом, и он беленьким цветом, вроде, значит, у меня сейчас премиум, да? Ну ладно, мы с вами затащили, у нас плюс 2500 опыта, 11500 серебра. Так, выходим, и давайте посмотрим, что у меня тут можно качнуть. Заходим в пакеты, так, смотрим. А, ну да, надо теперь посмотреть, что нам покупать следующее. Мы заходим в техники. Так, когда захожу в технике, всегда лагает. Ну, это, наверное, потому что вот, когда начался Новый год, они сделали вот эти вот такие вот, как их называют? По-моему, вот это, да? Да, вот на E100. Вот этот. Покупаем. 170 тысяч. Я не знаю, купить или нет. Потому что я же коплю там на 5 уровне, по-моему, танк же. Да, у меня 5 уровень сейчас будет. Либо накопить еще соточку, либо купить... А давайте купим. Почему? А, сейчас сначала этот танк надо продать. Продать, да, за 31 серебра. Отлично, спасибо. Заходим в техники опять. И покупаем, где он. Вот он, ДВ-2. ДВ-2. Ну, я еще не играл, как бы, нигде ни на компе на нем. Окей. Так, вроде получил экипаж. Взял? Нет, не взял экипаж, нет. Я же взял, ой, чтобы выехать. Блин, я выехал. Ну ладно, давайте посмотрим, что это такое за танчик. Я как бы ни разу его не видел, можно сказать даже, по-моему.
Так, я извиняюсь, там, наверное, скорее всего, моя собака скулит, просто я закрыл, чтобы он не мешал мне тут, не гавкал, котельничал, нет, он гавкает, даже наоборот. Наверное, лучше его выпустить, ну, просто вот тут еще кот лежит, и будет война. Ну, ладно, я выпущу, я не такой уж злой, пока битвы нет. Так, ну и, наверное, надеюсь, я его не так сильно слышно, не трогай кота. Так, ну все, он ушел, в принципе, нет, ну да, теперь ушел. Как бы еще соседи могут в подъезде ходить, и он может залаять, и кто же там все взрывает петарды около моего дома. Вот любят они около моего дома взрывать. Ну что ж, давай быстрее. Так, ну, уже снимаем 10 минут, почти 11, нормально, все отлично. Сегодня запишу, может быть, где-нибудь 2 серии. Потому что меня все-таки давно не было, и надо записать. И как бы на Xbox 360, наверное, просмотров будет больше, и подписчиков. Потому что не лагает, и мы с вами тащим. Скорее всего, следующий видос, который я запишу, будет Call of Duty Black Ops, где мы там, по-моему, против зомби играем, да. Ну, также у меня есть Майнкрафт, но как-то одному играть неинтересно в Майнкрафт. Если кто скажет, как играть по сетке, там, к какому-нибудь сервачку подключиться, в комментарии мне напишет, что я ему огромное спасибо скажу. Итак, мы сегодня и сейчас играем, точнее, на Ласвилле. Так, фугас есть? Есть. Давайте сразу зарядим фугас и посмотрим хотя бы, что это за танк. Большой такой танк. Это у нас тяжелый танк, тяж у нас, да? А, эту карту я вроде знаю. Нормально знаю. Так, мой любимый вид. Включим. Ну, он так же медлен. Да что ж такое? 22 километра. Ну, хотя бы 22. Ну, хотя, по-моему, Ханза также едет. Ну, ладно. Самое главное, чтобы он дамажил много. Ну, и все-таки это же тяж. Это же не надо, чтобы он летал, да? Чувак пишет за мной. Я тяж, ты вообще потенциал. Я не знаю, чего он хочет. Ну, ладно. Я еду, куда все едут, потому что сейчас тут... А, да-да-да-да-да. Я тут был, уже играл. А, вот здесь как раз меня тогда полностью слили. Печалька. Ну ладно, у нас с вами теперь тяж, и мы попробуем кого-то слить. Так, ну и вот первый продамаженный, первый убитый танк у нас в нашей команде. Так, Т-28, ну-ка, дай-ка, да, у меня, по-моему, такой же есть. Если Т-28, по-моему... Так, кто-то не выключил Kinect. Там чувак со звуком просто, когда не выключаешь Kinect, у тебя как бы звук и тебя слышит, да? Ну вот не люблю я когда-нибудь так вот, опа. Арта, по-моему, бьет. Надеюсь, кстати, меня нормально слышно. Так, вон где-то там. Давайте мы выйдем все-таки вот на эту сторону. Опачка, нет, скорее всего, мы с вами не выйдем. Так, где же он там? Я его могу достать? Ну да, это их нелюбимая позиция там. Ну, в принципе, если я сейчас туда заеду, будет нормально. И вот наш Ханзер. На-на-на. По-моему, прокачанный. Мы с вами сюда съедем и развернемся. Спасибо за игру же, кто-то пишет. Ну, не лучше, конечно же. Так. Так. Так, вот когда кто-то разговаривает и заглушает как бы эффект, я даже не знаю, ну, короче, звук игры заглушается. И вот это вообще печально, тем более в World of Tanks, как можно играть без звука. Не, ну, может быть, кто-то играет без звука, но я лично вообще не могу играть без звука, тем более в World of Tanks. И мы вот сейчас у этого чувачка, опа, продамажили, отлично, но надо продамажить так. Надо поближе. Вот он. Башни его. Попали. Я надеюсь, его солью. Нет, мы его не сольем, потому что он уехал. Вот, Ханзер, ты вообще встал как-то не очень. Я тебе хочу помочь, а ты тут встал. Так, давайте в гуслю. В гуслю у него красненькая. 100% пробитие у нас будет. Успел. Надеюсь, он сейчас нам... Так, нас никто не дамажит. И мы его убиваем. Так, тут... Кто-то пытается выехать, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, я забыл пакеты на них поставить, на танк.
Там аптечки, ремкомплект и так далее. Ну ладно, нам хоть не так много снесли. Да, обнаружение, я знаю. Чем мне нравится World of Tanks на Xbox, это тем, что тут высвечивается такая, типа, обнаружение, что в меня сейчас могут стрельнуть. Да, вот это вот на самом деле прикольно. Кстати, можно ехать захватывать базу, но никто, по-моему, нет, поехал кто-то захватывать. Ну ладно. Какая тварь меня толкнула, а я бы его сейчас вынес. Так, давай, выезжай. Опа, попал, вроде я продамажил по нему. Так, он так сильно теперь не высовывается. Ну ладно. Ну давай, средний танк, выезжай. Я случайно стрельнул. Блин. Фейл. Ну ладно. Да, вроде все хорошо записывается. Отлично. Так. А, вон он теперь здесь. Опа. Попали. 159 дамага нанесли. 159 хелов мы снесли. Опа. Блин. Давай. Перезаряжайся быстрее, я его убью сейчас. Отлично, готов. Осталась одна арта. И то, который уже дамажит. Отлично. Мне этот танк уже понравился. Ну все, спасибо за игру. Давайте тоже скажем в последнюю секунду. Отлично, затащили бой. Мы были одни на тяже. Так, ну вообще отлично, просто отлично. Так, и вот началась тут у меня побегушки. Блин, у меня камера заряжается, не надо тут бегать. И нам дали награду на классности третьей степени. Фу! 18 тысяч нам дали серебра и 4700 нам дали опыта. Дорогие друзья, вообще круто. Здесь опыт я больше фармлю, чем... Уйди отсюда, не трясись. Больше опыта фармлю, чем на... в любом другом танке, тем более на компе. Давайте пакеты посмотрим сразу, что нам тут нужно купить. О, вот это вообще отлично. У нас станут гусли 4 уровня. Да, мы покупаем, ставим. Также мы покупаем броню, ставим. Ну и также... Так, стоп. Ну, это у нас ничего не изменяется. И нам теперь остается до ВК-3001H накопить 13 тысяч опыта. И также он будет стоить 410 тысяч. Ну, понятно, там сейчас... Все так пойдут, ну, такие будут танки, как его называть-то, дорогие, да. Так, ну что ж, нам надо купить ремкомплект, дальше мы ставим аптечку и огнетушитель. Так, ну все, да, выходим, да, все купили, и можно еще один бой на новом нашем танке катнуться. Так, ну все, нормально записывается, 18 минут, хотя может даже я два боя сыграю, ну посмотрим, не будем загадывать, посмотрим. Так, ну что же, вообще отлично, отличный у меня день, как бы хорошо праздновал, да, только уснул, правда, под утро, ну ладно, не суть, самое главное, что я снимаю, наконец-то Xbox, я как бы хотел все, сейчас у меня все ушли, как бы тишина в квартире, я могу нормально записать, мне никто не помешает. И таких дней у меня будет где-то только 3 или 4. Ну да, в принципе 3. 4. Да нет, 3. Да, ну 3, по-моему. Так что, дорогие друзья, будут выходить нормально так игры, ну, как бы на Xbox, как я играю, да? И буду еще записывать заранее, потому что, ну, как без этого? Так, куда едут наши тяжи? У нас они есть? Да, они есть. И уже куда-то свалили, в принципе. Так, ну вот, один сюда поехал. По-моему, это точно такой же танк, как и у меня. Моя собака начала лаять. Ее, по-моему, сейчас не заткнешь. Пока оттуда кто-нибудь не уйдет, да? Я надеюсь, это не ко мне идут. Потому что могут ко мне сегодня приехать, ну ладно. Так, блин, это же порт. Ненавижу эту карту, ненавижу. Так. Они сейчас по мосту поедут, да? Ну, многие поедут сейчас по мосту, их можно продамажить. Ну, меня они, в принципе, не пробьют. По броне-то я еще качну, тем более. У меня 420 хп. Так, ну давайте посмотрим, что тут у нас. У нас уже захватывают базу. Ну, база-то у нас там. Это...
чувак, помолчи, пожалуйста, можно, как бы, я буду звуки своих слышать? Ну, у меня Kinect, как бы, не включен, я его не подключаю, когда играю. Ну и, блин. Я не понимаю людей, которые вот реально оставляют Kinect включенным, и все же это слышно, как бы, другим игрокам, и, можно сказать, мешает играть. Да, хорошо, когда там есть голосовая связь, да, я не отрицаю, но, блин, ну... Не надо же вот сидеть там просто, забыл там, например, его выключить. Ну как так можно? Ну, да, можно, понятно. Так. Можно забыть, я ничего не говорю. Ну, блин. Реально вот звуки как бы не слышал. Сейчас могут меня продамажить, как бы, да? Я могу не услышать. Ну, конечно, увижу, но не услышу. Так, ну что ж, давайте сольем, который стоит у нас на базе. Так, вот у него, блин, там танк не мешает. Ну, нормально, его дамажит. В принципе, мы уже, можно сказать, затащили. Так, у меня обнаружение. Меня могут сейчас где-то слить. Это, скорее всего, вот здесь. Где он? Вот он. Блин, не свелся. Давай, иди сюда. Иди, пупсичек, ко мне. Да, блин, как так? Ты матрица, а? Да что ж такое? Все пули мои, он... Капец, не встать. Вот я косой. Давайте, может, тут гусля где-нибудь у него есть? Нет? Не видно. Ну, сейчас он вот тут. Опа! Попал в гуслю. На гуслю поставили, и мы его сейчас добиваем. Не пробил. Да ты что? Серьезно? Ну, его, конечно же, убивает. По мне продамажили, но не так сильно. Так, это, скорее всего, вон тот. На ПЗ, да. Он. Держи. Блин. Нужен сос. Куда все уехали-то от меня? Меня сейчас тут убьют, вы что? Какой никак нет, ты что? Хотя вот тут я вот сейчас. На! Блин, не пробил, да ты че? Кстати, меня мол сейчас нет, там со стороны вроде никто не идет пока что по мне. А хотя по мне мочат. Так. Вот это вот реально вот сейчас. Я тоже в гуслю стреляю, но только уже в другую. Давайте вот в эту. На! Нет. Все, его убили. Отлично, минус один. Уже сейчас будет полегче как-то. Так. Вот, меня на гуслю поставил. Мне нужен сос. Где все? Вон один подъезжает. Отвлекай его, давай. Так точно. Спасибо, пацан, что поддерживаешь меня. Поможешь мне, если что, сейчас. Тот вообще без хп поехал на него. Ну, блин. Я, конечно, рад, что он его сейчас убьет. Но все же нехорошо, когда его сольют. Но его уже слили. Чувак, уйди, дай его сейчас. На, уничтожили. Отлично. И остался у нас один... Танк, это потенциал какой-то у нас. И он где-то на базе красных вроде, да? Где-то там он стоит. Ну что ж, мы с вами пока что будем захватывать базу стоять. Спокойненько, потому что, ну что, никто на нас сейчас не нападет. Мы всех слили. Давайте сразу скажем спасибо за игру. Ага, он оказывается здесь стоит. Ну его сейчас уже убили, все отлично. Базу мы также не захватили, но все равно мы затащили. Это уже, по-моему, сколько мы раз затащили с вами? 3 раза за 23 минуты. Ну, нормально. Можно сейчас еще один бой сыграть. Вообще отлично. Вот это меня радует. Так, ну и что ж, нам сколько тут дадут? Отлично, 12 тысяч серебра и 865 опыта. Что ж так мало? Ну, наверное, потому что мы не дамажили, можно сказать. Ну, в принципе, хотя одного убили. Ну что, можно еще раз сыграть на этом нашем нормальном крутом танке. Да, давайте поедем еще на тяже. Сыграем разочек. В принципе, вообще круто. Вообще очень круто. Так. Также не забывайте добавляться ко мне в друзья. У кого есть Xbox. Также я с вами поиграю. Кидайте приглашение в какую-нибудь... игру, и если она у меня там есть, по-моему, можно только. Я толком не разобрался еще, но если она у меня есть, как бы, и вы мне кидаете приглашение, то я могу войти и с вами поиграть, да?
Ну, все равно добавляйтесь в друзья, все равно будет приятно. Я посмотрю, у меня есть подписчики как бы или нету. А то мало ли там, блядь, мне их накрутил. Ну, вроде я их не накручивал, не любитель я накрутки. Все равно, ладно. Сегодня мы играем на линии Зигфрида. Опять сегодня, как будто я только что начал записывать. Ну, ладно. Так, ну да, в принципе, нормально идет запись. Да, ну, в принципе, по экрану ставить сейчас. Так, давайте мы сразу включим фугасы и уже поедем по прямой. Пофигу. Сейчас, потому что, по-моему, тут типа такой овражек, что ли, будет, а это типа такая дорожка или нет. Ну, если сейчас вот оттуда поедут светить как бы нас, да, и можно спокойно выносить. Так, тяж поехал туда лично. Лично он поехал туда. Блин, я надеюсь, все-таки меня нормально слышно. Я вот сейчас переживаю только за это, что меня нормально или ненормально слышно. Так, как бы давайте тоже, наверное, где-нибудь тут встанем, покемперим, наверное. Скорее всего, лучше сделать так. Ну, как бы я еще не такой игрок, не профессионал в танках, но... Посмотрим. Так, надо было свой стун нормально взять, чем я сижу на табуретке. А, вообще неудобно, спина уже затекла сидеть. Так, ну ладно. Тут пока что я никого не вижу. Можно, в принципе, поехать пока потихонечку. Блин. Я еду как раз в сторону ихней базы. Все светят сейчас в городе там, да? Но что-то никто не поехал светить. По-моему, на этой карте они светят с этой стороны. Или нет? Ну ладно, давайте в город все-таки поедем. Хотя есть шанс, что меня сейчас сольют в городе, потому что не умею в городе играть. Тот же самый, как он там, Хемсельдорф, что ли, Дорф, или как он там, ну да, как-то так. Не могу я выговорить эту карту. Так, кого тут слить? Кого? Вот, его спокойно сейчас солью. На! Вообще, больше половины хп я ему снес. Так, а вот сейчас не снес ничего. По мне мочь. Я ему вгуслю, отлично. Я ему еще раз, и меня сзади пытаются замочить, да? Так, ну я слил, ага. Блин, он мне все-таки опять гуслю поставил. А если я сейчас по тебе... А у меня нету хп, кстати, да? Я его не пробиваю, меня слили. Но что это у нас за танк-то такой? А хрен его знает, что это у нас за танк. Ну ладно, ну что ж, всех с наступившим еще раз 2015 годом, с вами был Стивен, подписываемся на канал, кто еще не подписан, ставим лайки, конечно же прокомментируйте, хотите вы больше видосов на Xbox, может даже для этого я куплю GTA 5, да, даже куплю, не возьму, а куплю, вот, ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.